Очередной учебный год подходит к концу, и перед выпускниками магистратуры встает вопрос о необходимости продолжения получения высшего образования. 21 мая факультет гуманитарных и социальных наук РУДН провел день открытых дверей для поступающих в аспирантуру. Студентам рассказали об основных правилах поступления на следующую ступень обучения. В настоящее время проводится подготовка к приемной кампании лета 2019 года, чтобы набрать абитуриентов в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру на 2019-2020 учебный год. И в рамках подготовки к приемной кампании мы проводим встречи с абитуриентами, желающими поступить в Российский университет дружбы народов на разные формы обучения. Будущие аспиранты узнали о предлагаемых направлениях подготовки, среди которых исторические науки и археология, философия, этика и регионоведение, социологические и политические науки. Магистры смогли получить ответы на интересующих вопросы и поговорить с заведующим кафедрой факультета. На самом деле, на сегодняшний день наука в нашей стране становится все более важной, все более престижной, и все большее количество молодых людей хотят связать свою жизнь с наукой. Также студенты узнали о возможностях получения общежития на период обучения в аспирантуре, что, по словам декана факультета гуманитарных и социальных наук Владимира Анатольевича Цвыка, является нововведением этого года, что позволит многим аспирантам решить проблему жилья на период обучения. Анна Корнева, Арбай Данзин-Оу, Новости ТВ РУДН.